В Ноябрьске назвали имя лучшего ученика. Им стал Александр Калачев из третьей школы. Второе место в конкурсе занял десятиклассник школы номер 14 Михаил Кондратенко. А на третьем оказалась Арина Галиченкова, ученица гимназии номер 1. Напомню, победители определились по итогам третьего тура состязаний конкурса «Экспромта», в котором приняли участие финалисты. Они представили свою точку зрения на слова из послания президента к Федеральному собранию. Финалисты традиционного конкурса «Ученик года» в подарок получили жесткие диски и грамоты. Занявший второе место Михаил Кондратенко получил еще и специальный приз – планшетный компьютер. Конкуренция была хорошая, потому что ребята все сильные, все умные и замечательные, и все достойны называться учениками года, они действительно являются учениками года. Победить было сложно, ужасная, вернее, полторы недели подготовки, бессонные ночи, это зубрежка, вспоминание всех пробелов, вот это заполнение, это было очень тяжело, но, слава богу, справился.